Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Вот уже как три, по-моему, дня, как я обновился на бета-версию One UI Watch 5. И сейчас просто хочу, так скажем, в этом недлинном видео рассказать о тех фишечках, которые там появились и которых доселе, так скажем, на часов Galaxy не было. Так что погнали! Перед вами две версии часов Galaxy. Galaxy Watch 4 Classic 46 мм LTE версия и Galaxy Watch 5 Pro. Значит, это стоит еще старая ось. Здесь уже бетка новая Watch 5. Здесь Watch 4.5. И сразу же, видите, первое изменение, это на зарядке, когда стоит показ времени, заряда батареи, цвет здесь белый, и вот так выглядит, здесь же все по-другому. Во-первых, заряд большими цифрами показан, в отличие, чем здесь. Дальше, маленечко время уменьшили, вверх переставили, ну и видно хорошо, сколько осталось до конца заряда, здесь же видно плохо. Следующее же нововведение – это анимация переходов картиночек, рабочих столов, да, плиток. Вот здесь, пожалуйста. Видите, как было. И теперь как стало. Такой плавненький переход. Намного плавнее стал. И немножко каскадом, что ли. Раньше такое, по-моему, или есть еще на Android смартфонах. Называется такая тема. Так, что изменился One UI? Здесь пятерочка стоит, здесь 4.5, но это еще не все, дорогие друзья. Раньше был Android 11, а сейчас сразу 13. Изменили плитку управлениями наушниками Galaxy. Вот так у нас сейчас есть и было. Вот так стала новая ось. Смотрите, во-первых, здесь блокировка шумоподавления. Дальше блокировка касания, здесь 360, если кто не знает, функция такая есть. Но если мы нажмем на сам виджет, то открывается вот такая менюшечка. Управление шумоподавлением, звуковой фон, выключить, аудио 360, сенсорное управление. Также на новой оське добавлен вот такой вот виджет заряда. Смотрите, часы, аккумулятор смартфона, наушники и кейс от наушников. Ну, или любой какой-то другой девайс, если будет подключен, здесь будет отображаться заряд. Также, дорогие друзья, изменена управление, шторка управления. Смотрите, значит, вот так выглядит здесь на старой версии, вот так выглядит на новой. Нажали вот на эту галочку, которая здесь есть у нас. И у нас здесь подробная информация. Подключение к устройству какому, дальше доступность и не беспокоить, какие режимы включены. Здесь такой штучки нету. Также изменили, дорогие друзья, полностью интерфейс, замена циферблат. Вот, допустим, смотрите, как было, или вернее, как есть на старой оське, вот так, да, добавляйте отсюда и поехали. Достаточно неудобно. Здесь сделали поудобнее, нажали, и все это в вертикальном режиме. Вот смотрите, раз, держим, нажали плюсик, все, поехали. Вот так намного лучше, на мой взгляд, по крайней мере. Еще одна прям реально, дорогие друзья, крутая фишка вообще. Вот прям молодцы в этот раз они прям оказались. А что это значит? А смотрите, если, допустим, раньше, чтобы подключить часы к новому устройству, к новому телефону, их нужно было просто сбрасывать до нуля, и все. Это было вот здесь, допустим, мы идем с вами, учетные записи, резервное копирование. И вот, смотрите, сбросить телефон и подключить к новому. Подключение к новому только через сброс часов. Сейчас же эту штучку они поправили и сделали вообще классную вещь. Смотрите, значит, как это происходит. Учетные записи. Дальше идем мы в самый с вами низ. И здесь перенести данные на новый телефон. Все, просто нажимаете на него. Здесь перенести данные, учетная запись Google на устройстве в новом телефоне должны совпадать. Другими словами, вы входите. Этот телефон должен быть с такой же учетной записью Google, как и здесь, и на вашем старом смартфоне. Нажимаете эту галочку и обратите внимание, что сейчас у нас будет происходить, значит, на нашем телефончике. Здесь Galaxy Wearable нету, это S20 Ultra. На других смартфонах, конечно же, будет это все по-другому. Я имею в виду на смартфонах других производителей. Здесь будет вот сейчас следующая фишечка.
должно всплыть окошечко, не всегда оно всплывает, и они говорят, если у вас это окошечко не всплывает, то нужно сделать проще. Заходим в Bluetooth, пожалуйста, нажали, здесь нажимаем поиск, вот, пожалуйста, наш с вами Watch 5 Pro включились. Мы просто нажали, и начинается обычный перенос. Все, просто дальше переносится. Сначала скачивается Galaxy Wearable, ничего не надо вообще самим где-то что-то искать. Дальше при использовании дали все разрешения и пошли настройки. Но у меня не подключится, почему? Потому что учетная запись на этом телефоне другая. Но теперь не надо сбрасывать часы. И это действительно крутая новость. Samsung здоровье, значит, это вот в этих. Вот если мы пройдем в настройках, вот они, настройки старые, а вот это вот настройки новые. Давайте мы с вами посмотрим, что у нас тут появилось, а новое появилось. Во-первых, как видите, здесь кислород в крови, и дальше кислород в крови, обнаружение храпа, здесь его нет. Дальше, температура сна, распознавание активности, оно есть. И смотрите, что у нас, значит, добавились. Здесь ходьба, бег, арбитрек, там грибной, тренировка, там что еще у нас, плавание и т.д. и т.п. Здесь же у нас добавился велоспорт, обратите на это внимание. Так, ну и сделать, видимо, для устройств, сделать так, обмен данными с устройствами и сервисами. Все, вот здесь. При пятикратном нажатии вот эти вот клавиши, либо при резком падении, включается режим SOS. Вот такой, все, вызывает службу 112. Еще поменялось меню разработчиков, там ADB отладочка и Wi-Fi отладка. Это я покажу в другом видео, ну и еще некоторые функции тоже покажу, чтобы не растягивать видос завтра, либо послезавтра. Вы же, дорогие друзья, были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с своими друзьями в социальных сетях. Не забудьте про телеграм-канал в описании видео. Подписывайтесь. Пока!